Господи. Вот так же, наверное, было после всемирного потопа. Ливануло и смыло всех грешников. Да, только в этот раз Господь Бог ни при чем. Ну, ты меня понял. Движется. Черт, упокоители. Как они живые-то остались? Огонь. Это не надо. Ты потерянный. Ник, слева, слева. Да, да, сейчас. Прикройте меня! Стой! Я укажу! Все. Это был последний. Готов искать Джесси? О, да. Надо довести дело до конца. Эти еще более угашены. Так, вот туда тебе лезть не стоит. Случится недалеко отсюда трава. Нет, это ты слушай. Там наверху не Карлос, не отец психов-упокоителей. Там чертов Джесси Уильямса. Подонок и вонючий жалкий говнюк, который получил по заслугам. Понял? Так что иди туда и свали эту паскуду. Ах!
покориться, брат! Пора покориться! Смиренному Джесси Уильямсону! Покорился! Ты помнишь, как все было? Вы с Бухарем держали меня, а Джек сжигал мне кожу на спине! Память об этом мешала мне обрести свободу! Я знал, кто такие. Бешеные псы! Я был одним из вас! Я вижу. Теперь мне виден путь. Да, мне тоже. Покойся с миром, Джесси. Все? Да. И без тебя бы не вышло. Да. Приятно снова побродить по Одищу. Но я так скажу. Махать лопатой и полоть грядки тоже, в общем-то, неплохие занятия. Но Джесси нет. Сколько их осталось? В смысле тех, кого мы знали? Никого. Никого не осталось. Черт, я... Мне жаль, старик. Да. Мне тоже. Пошли. Пора сматываться. Да. Мы с тобой, в общем, уже пару лет не общались. Просто я думал, что раз с тобой там моя Элизабет, нет смысла мне лишний раз тебе по ушам ездить. А потом, когда начался этот ад на земле, я решил, что тебя нет. Или тебе насрать. Извини за грубость. Вот потому я и пришел. Я ж до сих пор не знаю. Надеюсь, ты есть. Надеюсь, есть высшая цель для всего этого дерьма. Вот и все. Мы с тобой еще поговорим. О, аминь.
Дик? Да, Рики сказала, что ты можешь быть здесь. Ну, у меня просто колени больные. Поэтому я столько лет не молился. Я не из тех, кто ходит в церковь. Даже после того, что пережил в Кэмп Шермане. Но теперь, после всего этого, я подумал, что, может быть, уже и пора. У меня не было выбора, Майк. О, у нас у всех есть выбор, Дик, пока мы не умрем. Мы или они? Да всегда мы или они. Всегда! Почему все катится к черту? Просто надо понять, что мы — это каждый живой человек, кроме тех, кто ходит в засранных штанах и жрет людей. Нет, ты знаешь, нравится тебе или нет, но таков наш мир. Да, что делать? Молитвами его не изменишь. Ты можешь мечтать о другом мире, но это будут просто мечты. Мечты тут вообще ни при чем. Мы сами творим этот мир своими поступками. Все мы. Я его отпустил. Шиза. Честного суда все равно бы не вышло. Ты его отпустил? Велел ехать и не возвращаться. Господи, Майк, ты хоть понимаешь, что ты натворил? Да. Предотвратил убийство. И знаешь что, мне от этого легче. Эй, Дикон! Бас, как жизнь в лагере? Где мой гаечный ключ? Это точно. Черт, тебе нужны тонны топлива. Мой муж коллекционировал инструменты, как я, обувь. Вот бы их нам сюда. Лады. Заходи еще. Купишь что-нибудь?
Бухарь, слушай, короче, ты не поверишь. Что такое, Дик? Железный маг его просто отпустил. Кого отпустил? Шиза. Вот так, запросто. Типа, бери байк и катись отсюда на все четыре стороны. Ты слышал, что я сказал? Да, я все слышал, но просто, Джесси, все эти упокоители, может, не знаю, может, и хватит с меня уже убийств. Я тебе говорю, быть фермером не так уж плохо. Дик. Да, давай, ладно. Ты уже второй, кто мне это говорит. Мне пора, конец связи. Рики, привет. Ладно, заеду, конец связи. Сейчас зажжем. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Борьба с терроризмом, глобальное потепление. Все это уже не важно, потому что живем мы теперь в водище. Это заговор. Слушайте внимательно. То, что надо. Борьба с терроризмом – сплошная показуха. Ее затеял старый добрый дядюшка Сэм, чтобы искать оружие массового поражения, которого тупо нет. Глобальное потепление – выдумка лживых ученых, прикормленных теми, кому выгодно кошмарить народ. Подумайте, зачем все это нужно? А чтобы отвлечь людей. Если забить нам голову таянием полярных льдов, страшными КМУ и борьбой с джихадом, мы вряд ли заметим, что там власти мутят на самом деле. Не попадайтесь на эту удочку. Вам показываю пальцем в дам, а вы смотрите прямо перед собой. С вами Марко. Что ж получается? Убежь себе. Такер, у тебя ко мне дело? Ладно, я заеду. Отбой. Фрики и мародеры! Да-да! Пожрите друг друга! Привет, это снова я. Знаю, знаю, я уже давно тебя не навещал, просто... В общем, мы снова столкнулись с упокоителями, с Карлосом.
Ну, короче, оказалось, Карлос – это один наш бывший знакомый. Когда-то он был не последним человеком у нас в мотоклубе. Да, знаю. Удивительно, что он выжил. Джесси, мать его, Уильямсон. В то время как столько наших погибло. И я тебе не рассказывал про этого Джесси. Но потому что тебя бесит, когда я говорю про наши дела. Скажем так, произошло нечто плохое. Очень плохое. И Джек у меня. В общем, я, Бухарь и Джим, мы его прижали. А Джек взял горелку и выжег ему татуху. Слушай, я этим не горжусь. Не горжусь. Я не рассказывал тебе, потому что... потому что знал, что ты не станешь жить с тем, кто способен на такое. И слушай... Я бы сказал тебе, что я изменился, но теперь-то уже нет никакого смысла врать. Я его убил, Джесси. Мне пришлось. Он превратился в полного психопата. Но на этом мы не остановились. Мы с Бухарем их взорвали, упокоителей. Мы разнесли их лагерь, утопили их всех, как крыс. И знаешь что? Мне их не жалко. Просто хочу, чтобы ты знала. Ладно. Мне пора. Поговорим еще. Освобождает. Знаете что? Пока все это не произошло, мы были глухими и тупыми. Жевали все подряд, лишь бы быть спокойными, как жирные счастливые коровы. Еда, телек, выпивка, героин. И это работало. Но эй, теперь... открывайте! Это Дикон, пусти его! Тут теперь мы ощутили всю боль сполна. До капли. Мы смотрим на мир широко открытыми глазами. Теперь вы видите, что с самого начала я был прав. Теперь нас никто не проведет. Именно мы теперь стоим у руля и справляемся в 100 раз лучше федералов. Вдохните. Дик, у меня для тебя работа. Только ты справишься. Что за работа? Помнишь, я на днях тебе рассказывала, что у нас еда пропадает? Да, Уиллер сторожил. Если бы сторожил. Он нас обкрадывал, а потом взял еще людей и свалил в лагерь к северу от озера Педженс. Знаешь такое? Да, знаю. Найди эту сволочь и убей. У него есть карманные часы, рабочие. Принеси их мне. Уиллер, понятно. Yeah.
Это люди! Укрытие! Вроде порядок. Отложим на потом. Карманные часы. Вот они. Ребята, открывайте. Рада видеть. Тут пришел этот намат и вывалил на стол целую связку ушей трипа. Несколько десятков. Эй. Твой байк, да? Заливай. Всегда рад тебя видеть. Да. Такер, с ним все. Хорошо. Теперь Уиллер сожалеет, что разозлил Аду Такер. Ты знаешь, боюсь, он уже вообще ни о чем не сожалеет. Я перевела кредиты. И даже не сомневайся, я найду способ уговорить вас с Бухарем присоединиться к нашей дружной семье. Ага, удачи тебе. Я могу помочь? Рад тебя видеть. Что? Привет. Это ствол для тебя. С таким стволом страшно не будет. Вот это вещь. Вот это стоящая вещь. Еще что-нибудь? Хороший выбор. Будет еще что-то нужно, заходи. Если что будет нужно, приходи.
Что нужно? Диком? Эй, Зенни. Сен-Джон, это Такер. Просто хотел сказать, что Hot Springs ценит. Первый фрик. Я была на работе. Нет, вот это сцепление. Слушай, да знаю я, где сцепление. Я не поняла, тебя учить или нет? Да. Но про сцепление я знаю. Ну ладно, хорошо. Тогда давай сама пробуй. Ладно. Эй, эй, эй! Слышь, здесь не паркуются! Да я приехал за своей... Это частная территория! Давай, короче, дуй отсюда! Ну? Ладно. Быстрей! Ага! Ну, вообще-то, знаешь что? Я, пожалуй, здесь подожду. Честно, постараюсь не мешать тебе работать пугалом. Это офицер Мур. Пришлите ребят к воротам. Слышь, придурок, это запретная зона. Сказал же, вали отсюда. А, короче. Эй, ты, а ну стоять! Я сказал, уезжай. Я пытаюсь донести. Я приехал за... Читать не умеешь? Вот, блин, ты смотри, а я не заметил. Я имею право применить оружие. Да? Ну, спасибо, что предупредил. Ты мудрый! Эй, что происходит? Простите, мисс Уитакер, вы знаете этого козла? Да, он со мной, он... Он со мной. Простите, мэм, я не знал. Все в порядке, честно, я извиняюсь. И, кстати, Джи. Дикон. Это не я с ней, это она со мной. Не свались. Почему ты все время так делаешь? Как? Ведешь себя как козел. Слушай, он первый начал. Тебе что, 5 лет?
Аккуратней переключай. Надо давать достаточно топлива. Повышай обороты. Я поняла. Да, я слышу. Куда мы едем? К плотине. Приятная, спокойная дорога, да? Ну, никогда ты за рулем. На сегодня все в силе? Ты говорил, можешь быть занят. А черт, да! Бухарь с парнями хотят сгонять в окружную тюрьму, навестить Джека. То есть ты меня продинамишь, чтобы повидать какого-то уголовника? Он не какой-то уголовник. Я знаю, знаю. Я пошутила. Боже, чуть не разбились. Господи, ну почему каждый раз, как я сяду на твой байк, нас норовит сбить какой-нибудь урод на фуре? Охренеть. Не-не-не, спокойно, ты молодец, молодец. Другой бы на твоем месте запаниковал, ушел бы в занос и угробил. Вот я чуть и не угробила, я... Да не, я просто задумалась, отвлеклась и... Все нормально, успокойся, отдышись. А я не понял, о чем ты задумалась-то? Да так... Просто всякое на работе, ерунда, все. Работа. Я просто думал, может, увидела мою новую нашивку. Новую? Ты что, намат? Стой, ты ушел из клуба? Я не ушел из клуба, я в жизни не уйду. Намат означает, ну, что я буду меньше участвовать в их делах. Я ведь тебя об этом не просила. Я знаю, знаю. Если бы и попросила, я бы сказал нет. Что, ехать-то готова? Да. В смысле нет, но куда деваться-то? Так. Спасибо, что спасла мне жизнь. Ну, это всегда пожалуйста. Эй, а сцепление? Знаю я про сцепление. Ну, ладно, а еще? Дикон. Как думаешь, твои родители приедут? На свадьбу? Не знаю. Просто я думал, если я выйду из клуба... Мне кажется, им будет все равно, Дикон. Но ты им хоть скажешь? Ну, если хочешь. Но я не собираюсь меняться сама или менять тебя, только чтобы порадовать моих снобов родителей. Ладно. Осторожно! Да, вижу. Они не к вашей лаборатории поехали? Вот черт. А твои из клуба? Кто-нибудь из них приедет или они на тебя в обиде? Не знаю. Я думаю, никто из них уже давно не бывал в церкви. Тем более, ты же не хочешь, чтобы перед часовней выстроилось 27 Харлеев? Да? Знаешь, по правде говоря, хочу. Ну ладно. Что там такое? Не знаю. Мисс Уитакер? Да? Вас искал шеф, что-то срочное. Вечно срочное. Да, я уже иду. Понял. Надо бежать. Эй, стой. Прости. Ничего, наверное, просто пожарная тревога сработала. Я понял. Ну, не пуха. Ну, давай. А потом созвонимся.
Эдди, ну извини. Забей. Эдди. Забей, Рики. Извини. Ну, зашибись. Допуск. Допуск. О'Брайен, это Дикон, ответь. О'Брайен, это... Да возьми ты уже рацию, падла! Тебя, да я сам в шоке. Слушай, короче, когда вы все валили, ты сказал, вы не берете гражданских. Только персонал Неро, федералов, людей с допуском. Я же говорил, так, нет, не заткнись и слушай меня. Сара, моя жена, у нее был допуск. На ней был бейдж с именем, когда я посадил ее в вертолет. Но так, нет, я... давай ты просто посмотришь. Сара Ирен Уитакер работала в Кловердейле. У нее был федеральный допуск. Она вела исследования какие-то фармацевтические. Да хер знает, что она делала. Я поищу. Поищи, да, О'Брайен. Не забудь, ты мне должен. Да, да. Конец связи. Пару недель назад мы с парнями сожгли гнездо. Ну, гнездо фриков. Или как? Оттуда вышли бабы. Сент-Джон, это О'Брайен. О'Брайен, что у тебя? Нам надо встретиться. Ключ. О, господи, О'Брайен, ты можешь просто мне сказать, что нашел? Она жива или нет? Я хочу кое-что тебе передать. О'Брайен! Координаты я тебе скинул. Встретимся там. Конец связи. О'Брайен! Вот сволочь. 100 лет тут просидел. Дик! Тебя нет, ищет Майк. Лет, пара дней. Он сказал. Бухарь, слушай, скажи ему, я скоро буду. Мне нужно... Помнишь, я тебе рассказывал, когда Сара погибла, а Неро драпали. В общем, они взяли с собой только своих федералов и тех, у кого был федеральный допуск. Дик, ты это вообще сейчас к чему? Короче, может, я зря трачу время, но надо кое-что выяснить. Конец связи. 100 лет тут просидеть. Привет, Рики. Как дела? Митчелл и еще пара ребят были на вылазке к северо-западу отсюда и столкнулись с группой намадов. Проследили за ними до лагеря на севере от Милаква-Лейк. Так и что, Митчелл и остальные не убрали их? Они не намады, Дик. А Митчелл вообще еще зеленый. Даже не знаю, он стрелять хоть умеет. А какого хера вы тогда пускаете их в водище? Хочу, чтобы это сделал ты. Лост-Лейк просит о помощи. Ладно, ладно, я этим займусь. Спасибо, Дик. Есть охрененные товары. Как дела, Бас? Ну да, ладно. До встречи, Дик. Ну, что там за информация, О'Брайен? Что ты можешь мне сказать такого, чтобы стоило выслушать? Свежее мясо. Ah!
Рики, я у Милаквалейк. Да, здесь целый лагерь номадов. Справишься с ними? Да, конечно. Отбой. Строить лагерь на территории Лост-Лейк и заправлять тут всем. Кучка убийц и воров. Кажется, там кто-то есть. Ну все, пора зачистить. Ага, за ним, за ним! Покажем ему! Теперь надо только сообщить Рики. Рики, все готово. Я зачистил лагерь к северу от Милаквалейк. Спасибо, Дик. Я передам Майку. Скажи Митчеллу, что может снова играть на улице. Он еще мальчишка, Дик. Именно. Если он хочет стать взрослым, пусть учится держать в руках оружие. Да, ты прав. Я им займусь. Спасибо, Дик.
Дик, слышишь? Это Lost Lake, прием. Что такое, Майк? Это же Дикон. Ты разобрался с лагерем номадов к северу от Милаква Лейк? Да, они нас больше не потревожат. Слушай, Майк, тот парень, Митчелл, не стоит ему пока что ходить на вылазки. Рано ему еще. Да. Ладно, с этим я разберусь. Спасибо, Дик, конец связи. Водище, топливо хрен найдешь. Ладно, ты заходи. Рад видеть тебя. Пока. Я работал. Слушай, Дэймон. Класс. Больше ничего? Стоящая вещь. Заходи в любое время. Спасибо, Дикон. Рада видеть. Джейзи, ну, как тут мой любимый партнер поживает? Ха, ты без дела не сидел. Эй, ты молодец. Клево, ты времени даром не терял. Ну, ладно. Дик, скоро увидимся, да? Эй, Дик, как жизнь? Эй, Дэймон, как торговля оружием? О, Дик, рад видеть. Дикон. Эй, Дика. Я открою. Дик, как будет время? Заскочи в лагерь. Надо поговорить. Привет, Рики. А, да, хорошо, заеду. Конец связи. Какого хрена? Я нашел тех, кому могу доверять. Тех, кого это все не устраивает, как и меня. Я тебе зачем? Вот, посмотри. Ты был прав насчет жены. Где ты это взял? Когда шла эвакуация, вроде только сотрудников Нэра, федералов. Так вот, у Сары Рен Уитакер был 4-й уровень допуска. Уровень допуска? Она улетела на базу разведки. Возле Форт-Рок. Отведи меня. Нет. Нет? Я же тебя подбросил. Мы вроде друганы. Базы не...